Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Вчера ребята из нашего сервера в Дискорде обнаружили отличный клев на 55-й банке Норвежского моря, что мы успешно проверили на стриме. В начале видео добавлю карту и максимально простую оснастку с гигаджигом, а также продажу рыбы, которую я выловил за 1 час во время прямого эфира. Самый результативный виброхвост на этой точке М25600 номер 4, но работают и другие варианты, например номер 5 или 18. Лучший клев происходит в самом центре 55-й банки, возле цифры в квадрате H7. Основной заработок серебра происходит за счет крупного палтуса, большого количества морских чертей и сельдевых акул. А в прилове идет треска, катран, минек, мерланг и даже каменные окуни с конгерами. Палтус очень неприятная в вываживании рыба, но глубина на 55-й банке небольшая. И за счет этого за час можно поймать немало крупных хвостов, при этом не сильно износив снасти. Приятно, что на эту приманку рыба клюет фактически сразу после падения, при этом лучше делать сильный пилкинг возле придонного слоя. Фарм здесь варьируется от 800 монет до 2000 за час, что в конце видео вам продемонстрирует мой друг и человек, который позвал меня сюда ловить рыбу. При желании, наличии топовой морской донки и свободного времени, за один реальный день на 55-й банке с помощью гигаджига можно заработать до 10 тысяч серебра, а если повезет, даже закрыть трофейного палтуса, треску или морского черта. Важное уточнение, сегодня на стриме мне посоветовали поменять шок-лидер на 181 кг из нейлона, вместо моего на 205 кг из плетеного шнура, и на удивление клев улучшился. Возможно, влияет толщина поводка или используемый материал, но пока в сборке был поводок на 205 кг, кроме менька у меня почти ничего не клевало. На этом, думаю, можно закончить, далее в видео будет нарезка пойманных на этой точке хороших рыб и продажа очень приятного садка. Делитесь в комментариях своими уловами и присоединяйтесь на наш сервер в Дискорде, чтобы первыми узнавать актуальную информацию о клеве. Обязательно подписывайтесь на мой канал и поддерживайте видео лайком. Всем приятного просмотра! Close your eyes. We'll be right back.
Close your eyes.